Камышовая бухта. Там стоял до конца, до последнего вздоха, дед мой, папа отца. Он родился в станице на кубанской земле. Здесь он рос и учился, принят в ЭКПБ. Дед историю в школе детям преподавал. И не думал, не ведал, сам историей стал. Ведь когда в 41-м прогремела война, у него деток двое, да на сносях жена. Дед был призван с запаса военкомом в артполк. Так из школьного класса он попал прямо в бой. А потом Севастополь, Балаклава, Сапун. Со своим батальоном он прошел этот путь. В этих дотах и дзотах 250 дней берегли Севастополь сотни тысяч парней. А в начале июля, в страшном 42-м, сдан был наш Севастополь и защитники с ним. Кто успел, уплывали на плотах или вплавь, но фашисты стреляли, слепя в прожекторах. И на камни бросались чернофлотцы со стен. Лишь врагу не сдавались, лучше смерть, но не плен. Камышовая бухта, там стоял до конца, до последнего вздоха, дед мой, папа отца. Чтобы счастливо жили, хлеб растили, детей, чтобы мирными были дали наших полей. За свободу, за счастье, за любовь и семью наши деды отдали жизнь до капли свою.